Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон Oppo Reno 4Z. И в этом видеоролике мы с вами запишем звуки на этот телефон, протестируем его микрофон. Делается это, соответственно, в диктофоне. Мы находим приложение диктофона на нашем телефоне. Разрешаем ему использовать, соответственно, наш микрофон. Выбираем режим записи, то есть стандартный, совещание, интервью. Здесь о каждом режиме описано немного. Я не буду вам все читать, думаю, вы сами сможете прочитать. После этого нажимаю на красную кнопку, и у нас начинается запись нашего голоса. Здесь мы видим нашу громкость голоса. То есть, если мы будем говорить громче, то, соответственно, оно будет выше. Если мы будем говорить тише, то громкость будет показываться ниже. Нажав еще раз на красную кнопку, мы ставим на паузу. Здесь мы можем еще раз, нажав продолжать что-то говорить и нажав на галочку закончить нашу запись. Сохранить ее под каким-то названием. Можете ее переименовать или удалить. Я нажимаю сохранить. И мы можем теперь ее послушать. Давайте послушаем, только я прибавлю громкости, чтобы вам было слышно. На кнопку, и у нас начинается запись нашего голоса. Здесь мы видим нашу громкость голоса. То есть, если мы будем говорить громче, то, соответственно, оно будет выше. Если мы будем говорить тише, то громкость будет показываться ниже. Нажав еще раз на красную кнопку, мы ставим на паузу. Нажав продолжать что-то говорить и нажав на галочку закончить нашу запись. Мы можем также зажать эту запись и задать как рингтон, удалить, переименовать или отправить кому-то, например, в какие-то соцсети или по почте. Я же ее удалю. И на этом все. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Если у вас есть еще какие-то вопросы, то, соответственно, пишите их в комментариях, ставьте лайки. И пока!